Да. Бросить по флангу можно у готов нормально, там, вперед там. Куда-то. В центр вообще лучше не просить у них никак в жизни. Давайте, ребятки. Без Винтини, блядь. Еще без ряда. Звучит главная реализация, чтобы была. Потому что защититься это возможно, но не весь матч же все равно сможет получиться. Как бы, блин, хоть ты кофейно не защищайся, все равно ты либо в ничью сыграешь, либо прогибиваешь, если не забивать. Вот в чем проблема-то. Надо забивать. Объем, главное, навесы с угловых. Да, навесики не забываем. Там. Скорее всего останутся, но пока рано говорить о чем-то наверняка. Лёш. Встречаем, активник, встречаем. Сразу начинаем душить. Ёбаный в рот. Лё! Ударил он мяч таким. Но это детская ошибка. В обороне так нельзя играть. Мяч ушел на угловой. Он свою команду от больших неприятностей сейчас. Пошел. Есть варианты, куда сделать пас. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Классный отбор. Можно играть. Варить фунт. Блядь, опять. Так чувствую, что, блядь, вроде привязало, вроде с мячом, блядь, пытаешься забрать мяч. Все вот эта херня на тренировках, я тебе об этом и говорю. Что-то там не то жмешь. Блядь, Лех, не забегай вперед, я тебя прошу, играй ниже, блядь. Ну ты мне мешаешь пас отдать, блядь, защита. Во фланг уже второй раз тебя привязывают вместо этого. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Да. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Штрафной удар, арбитр пока не торопится доставать предупреждение. Ой-ой. Мимо ворот бьет игрок, хотя и довольно близко. Ну, позиция была хорошая, и он, в принципе, мог забить. Леш, ну встречай, ну плохо атакуй. Сыграно, мяч потерян. Прекрасный навес! Право. Ребят, без обреза. У них справа, смотрите, игрок, видите? Один белый. К нему подойдите кто-то. Так, фунт на дальнюю можешь открыть? Нет, все там. На ближнюю скидочку. Мяч вынесен подальше. Ворот опасность миновал. Очередной угловой будет подавать команда. Лех, на 11 прям встань, Алекс. Фунт на дальнюю. Да. Его стою. Не буду, Тём. Боюсь, перехватит там. Все, поздно. Да, положи. Ай! Блядь, тут кто-нибудь бы набежал, а? Бендер. Удар со второго этажа. Хорош. Подвели нервы игрока, мог и команду вперед вывести.
Карасо. Тут может что-то получиться. Артём. Через дом. Переведу. Попытка обострить игру. Блять, Лёш, ну играйте проще в опорке, ну пожалуйста, ну ребят. Задумано-то было неплохо. Ну в прошлую всю игру долбил об этом. Сразу, чем? Пирло. Неточный пас, очень неточный пас. И вроде не мешал никто. Аут в пользу соперника. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Так, свисток мы слышали. Блядь, вот какого хера знает. Ой, еще и бот подает, вообще 5. А стенка по шажочку, все двигается вперед. И так скоро покинет пределы Гамши. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Ну хрену, на, Леха, попробуй тебе. Главное, без нарушений. Я не знаю, зачем там Андрей убежал куда-то. Забирает мяч, блядь. Я сразу делал заброс туда по флангу, то есть меня придержали. Ребят, активнее на их половине играем. Ну чё же мы им, блядь, даем там играть-то? Иду вперед. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Потеря, все, в оборону. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Арбитр назначает штрафной недалеко. Можно разыграть здесь, попробовать. Или кто? Я пробью. Судья у нас либерал, и стенка этим пользуется. Блять, давай мощным, Тём, еби ему. Решение арбитра очевидно. Ну мощным справа от стенки-то, я не через стенку, Тём, ну это же слишком близко, блядь. Через стенку я там сам мог пробить, блядь, спокойно. Там мощным через стенку не пробьешь. Или у тебя сейчас нет мощного? Мяч за пределами поля, угловой. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял брэкби штрафный. И как пробил! Ход наперед. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Уходит команда на перерыв, говорит. Открываемся получше как-то, я не знаю. И не торопимся с пасами. Два человека закрывают игрока, начинаем давать пас туда. Придержите, подождите забегания, я не знаю. Как
команды. Готовы тренерские установки? Получены, можно начинать. Джером. Отличный навес. Какой навес! Опасная подача была, но оборона справляется. Пяточкой, каблуком, как иногда говорят. Бендер. Откровенно плохо сыграл сейчас защитник. Я не знаю, Андрей, блин. Ну вот вышел туда к ближней, ну ткни мне туда, блин. Ну освободись от защитников, опять, блин, тихо нацеплял, блин, целую кучу. Это может быть опасно. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Карасо. Бенда. Нарушение правил, за такое судья может и карточку. У меня тормоза какие-то начались, еще непонятно. Дай мне. Так, на 11 прям вставай, фунт. Фунт и Макс прям оба туда вставайте, кого привяжут, будем бить. Гамшик! Вот потому, что такие моменты не реализуются, на табло у нас и ничейный счет. Сделать навес, защитник накрывает. Ты чё они, блядь, катают? Карасо. Мяч будет введен из аут. Делай длинный пас, попробуй. Они тогда широко слишком стоят. Карасо. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Ну, у меня какие-то тормоза, блин, непонятные. Что-то, блин, стал... Просто подарил он мяч сопернику. Штрафной удар. Все ноги не уже. Бля, он там. Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Бенда. Гамшик. Бенда. Пирло. Пас фланга. Атака закончена. Удар от ворот. Ну что ж вы останавливаетесь-то, блядь? Своих мяч в его руках. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Хорош, Лех. Андрей, не пиши ничего, играй. Судья позволяет продолжить атаку. Леш, во фланг, во фланг. Дальше, дальше. Очень похоже на то, что он потянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Блин, вот для навеса вылез. И штрафной удар. Блин, только мощный пас сделал.
Мяч перешел к другой команде. Не лучший пас. Мяч уходит за боковую. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Пас в штрафную. Бендер. Класс! Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Ну, после такой передачи промахнулся. Назад сейчас все сразу. Преступлением даже с моей стороны. Согласен, и с моей тоже. Ведь разыграно это было идеально. Мертвый мяч для голкипера. Смотрим подачу с углового и великолепное завершение атаки. Подстроился под мяч, пробил головой. Ну, все как доктор прописал. Сыграно жестко, но в рамках правил. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Пирло. Какая борьба, никто не сдается. Оба будут бороться до конца. Попроще, ребятки, попроще играем в защите. Через 7 минут закончится дополнительное время. Спокойно, спокойно, Артем. Один защитник отыгран. Хорошо. И прерывает защитник эту передачу. Ну что на навесник? Бендер. Куда ты вот бежишь, блядь? Мяч сыгран. Хорош, Леша. Бля, ну вот не надо этого, ну ёбаный в рот. Желтая карточка. А на тренировках вот такие стандарты отрабатывают ведь. Да, здесь, откровенно говоря, чуть-чуть не повезло. Как здорово сыграно головой, и так точно. Молодец, Андрюх. Забил. Да, думаю, раздевалка сегодня... Лех, хорошо ты играл. Ну, оборона нормально более-менее. Падение. Вот потно как-то все. Паралимпийцы. Да, на машинке все посидело бы сами. Нет, СОП это не мое. А что ты нормально сыграл? С рейтингом 5,7. А, ну. Рейтинг это все вторичное.